Всем привет, всех обнял, приподнял, с вами Иллинойс, и мы продолжаем проходить внутри Инсайт. Здесь мы остановились на моменте, что надо эту толпу нам перетащить, как я понимаю, на ту сторону. Но у нас тут есть шахта лифта, которую надо сейчас будет перепрыгнуть, потом спуститься вниз. И как-то замутить так, чтобы эта братва оказалась здесь, на этом этаже. Сейчас будем тогда это дело проворачивать. Так, опаля, хорошо, эти ребята попадали вниз. Спускаемся сюда, они здесь нас ловят. Отлично. А, и если вам понравится видео, и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него. Вам это будет несложно, а мне приятно. Так, значит, спустились сюда. Погоди, а может быть... А, ну да, мне их надо не на том этаже, чтобы они оказались. А мне надо сделать следующее. Мне надо их погрузить в лифт. Спустить вниз... Не-не-не-не-не-не-не, ребят. Нам спускаться не... А, тут не пройти. То есть получается, а если я сюда пойду, они пойдут сюда? Они-то сюда пойдут, только толков от этого никаких. Значит, нам надо идти сюда. И где-то они здесь должны у нас попадать вниз. Да, так и есть, все отлично. Я думаю, мы бы тут и дальше попроходили бы в прошлой серии, но мне там надо было срочно убегать. Срочные деловые переговоры. Поэтому пришлось прошлую серию на этом моменте остановить. Во, шикарно. Идем дальше. Цепляемся здесь. И есть такое дело. Так, а там на заднем плане эти тоже бегают, да? Болванчики? А нет, нифига, не болванчики. Эти, которые за мной гонятся здесь. Ну, пытаются меня поймать. Я сначала думал, что они в масках. Оказывается, просто они обезличены. И так свет падает, что... Я думал, что они в масках этих, в белых таких. Такое ощущение, что там готовится на меня... Ну как, не облава, а... Так, секундочку. Не понял. Камера. Слушай, момент такой... Кто такие? Это какие-то ученые, что ли? А что происходит-то вообще? Может, там премьера фильма какая-то? Я не знаю, все там смотрят. Или футбольный матч, там все выстроились. Так, вау-вау, это на халяву посмотреть. Не, чтобы не платить за билеты там. Стадион там внизу.
Кто эти все люди? И почему я им не интересен? Ну, типа я пытаюсь вести себя скрытно, но... В том моменте с этой тележкой не особо я себя скрытно вел. И другой еще момент. Я вот так подумал, а где я эти шары пропустил, которые там надо было отключать? Я только там парочку мест нашел. И не более того. Может, где-то я все-таки не обратил внимания, что-то можно было дернуть там. Ну, сейчас, как игру пройдем, едри... Ох, нифига себе. Вот это я сиганул здесь. Вот сейчас игру пройдем, то посмотрим, сколько там концовок. А мне вниз туда надо? Мне вниз, да? Подожди. Ты не можешь зацепиться за это дело? Не хочу ничего там открывать-то. Давай-ка это уберем. Или подожди, может быть, или вниз туда лучше было. Погоди, я думал, я сломал это дело. Я не хочу никуда там заползать. Можно мне как-то это... Избавьте меня от этого. Я же там что-то отключил. Почему это еще горит? Херня. Я так понимаю, что она мне сейчас начнет засасывать. Этот огромный пылесос. Всасывать в себя. И как-то не хотелось бы. Или все нормально будет? Подожди. И чего? И он сразу закрывается. Меня втягивает туда. Меня куда-то втягивать начинает. Сюда, что ли?
Я отсюда выбраться могу? Нет? Я с... А тут я проплыть не могу, не получается, да? Но вылезти не получается у меня уже. Погоди, а может быть, надо сначала... А давай попробуем сначала сейчас резко включить. Ага. Воу-в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 оу! Что за херня? Вы чего? Харе, ребята, ну что такое-то? Я ребенок, вы чего? Это что за шайка этих из Саус Парка? Помните, там тоже шайка этих педофилов была? Что за чушь? Что за херня-то? Это что за херня? Это что? А что с этой херней делать надо? А что творится? А я этой херней могу управлять-то? Не понял. А что? Надо туда, что ли? К этому стеклу подплыть? О, бля! Ни хрена себе! Суки паршивые, будете тут топоты ставить над невинными людьми.
Обалдеть. Так, кого-то там завалили. Ну и ни одного. Сейчас мы этим ученым паршивым тут устроим. Ублюдкам этим. Будут знать, как тут опыты ставить. Все, ваше творение взбунтовалось. Гаденыши, на, дави их, давить их. Выродков. Это что, шеф? Главный директор? Сука, где зарплата, падла? Ой, хорошо. Так, его всосали в себя, что ли, мы? Ага. А-а-а. Не-не-не-не-не-не-не, все нормально было. А нахер идите, шавки паршивые. Мне на вас похер абсолютно. А, надо бревно все-таки притащить. Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Конечно, ничего не можешь сделать. Когда я был один, все, все смелые такие были. Так что дождемся. Да надо как-то развалить их собак, наверное, чтобы не втяпкали здесь эти. Грёбаные псы. Давай, ну чё ты? Ой, хорош. Давай, 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 отлично. Там от нас какие-то части отваливаются. А, он хочет дверь открыть, да? Да, подождем. Он сможет открыть дверь, интересно? Такая зефирина огромная. А что мне сделать надо? А.
Да ё-моё. Да. Погоди. Я думал, это надо сжечь себе. А эту херню туда бросить. Теперь ее дотащить. А, просто включить надо было воду. Вон как. Не туда, наверх, что ли, получается? Какая туша катается. Жесть, конечно.
Еще чуть-чуть осталось. На! Разлетелось все. А, надо подкатить. Какая же игра? Что-то мне напоминает это все действие. Какую там за зеленую тварь такую играешь? Карнивал какая-то такая. Игрушка такое какое-то название. А, то есть, ну я понимаю, что мне туда. А как мне ее активировать? Ее надо как-то активировать и пульнуть. Так. Ага. Все понятно. Так, хорошо. Так, окей. Заводи еще раз мне разочек. Хорошо. А, да ё-моё, тут надо резко. И так, куда-то меня тут заманили. Погодь, а это вырвать нельзя? Погоди, можно что-то повырывать здесь получается? Да? Угу. Хорошо. Выбираемся отсюда. Ага. Правильно же плыву, да? Получается. Но если честно, какая-то дичь происходит. Вообще, вот реально откровенная дичь. Воу-воу-воу-воу-воу. Попробовать разбить.
Такой ком покатился. А все? А в чё я сейчас поиграл-то, получается? Это что? Это что такое? Чё за херня? Это, ну, пацан бежал, потом... Его впитала вот эта огромная, там, не знаю, сплетение. Ну, вот это, я не знаю, как сказать. Огромная вот эта масса вот людей, плоти и всего такого. То есть, от пацана бы не отстали, пока вот он... Или таким вот образом он вы... Только таким вот образом он мог избавиться от преследования. Чё? О чём игра-то? К чему? Что? К чему она ведёт? Для чего? То есть, для чего она сделана? Показать просто, что мы умеем делать? Что вот умеем так вот сделать игру про пацана, бегающего по лесам, по болотам, по всяким там заводам? И управлять... кучка этих болванчиков? Что? О чем игра? Вы куда? Все, она закончилась, нет? Я... Ну, это начало. Погодите, давайте-ка глянем. Сюжет Inside. Чего? Я что-то не понял. Что это? Что это было? Что мы с вами прошли? Я не понимаю. Я не люблю такое. Я люблю, когда есть какая-то досказанность. Расскажите в конце. Что это было? С самого начала мальчиком управляло создание. Вон оно какое. Это все дело. Главный герой тоже зомби. А есть вариант, что не создание управляло им, а кто-то другой. Кстати, много вариаций. Отключить героя можно только... Отключить героя можно только на втором прохождении. Создание управляло самим игроком.
Не, ну, как вариант, можно предсказать, что да, все-таки. Ну, видишь, ничего не рассказывает разработчик, что он думал-то об этом. Может быть, просто он налепил, чего попало. Говорят, от Лимба связано с этой игрой каким-то образом. Он, да, отличается от безмозглых этих клонов и работников. А, это клоны-работники. Это не люди, ну, не люди, а, ну, марионетки. Кто такие черви? Вот эти черви, которые сидели, в свиньях огромные. Не, сюжета как такового никто не рассказывает. А ну-ка. Погоди, а тут есть анализ концовки. Концовки две. Давайте-ка глянем. Так, две концовки у нас. А, есть такая концовка. А, то есть это когда мы сломаем все эти шары, то появляется. Так, две концовки, объяснение концовки. Это наша теория, финальный инсайд. А, идейный последователь Лимба, который подарили. Намекает на то, что мальчик тоже кто-то, мальчиком кто-то управляет. Альтернативные секретные концовки. Да, конечно. А, это альтернативная концовка. Это когда мы все эти шары поотрубаем. То есть при втором прохождении эти шары можно будет найти и поотрубать. И пацан так вот становится, как это, болванчик. То есть кто-то им, этим пацаном тоже управляет. То есть может быть это вот эта херня вот эта непонятная. Вот это тесто из тел. Либо человек какой-то. То есть. Слушай, ну интересно, конечно, но. Интересно, но непонятно. Можно было немножко как-то, знаете, так подраскрыть. А я чувствую, что-то Лимба прям пахнет. Прям игра, прям Лимба. Прям откровенно, прям. Ну, не только Лимба, но. Ну ладненько. То есть, подожди, получается одна только концовка выходит сейчас, на текущий момент. То есть, то, что мы добежали, это и есть концовка. А то альтернативная концовка, когда мы отключаем. Вон оно что. Масса в конце. Точная копия, где оказывается масса в конце. Диорама. Безмозглыми, но, видимо, и не массой. В конце мы получаем над ней контроль. Люди создали возможность сбежать только для того, чтобы захватить контроль над массой. А значит, мальчик создание людей. Ну тогда почему?
Нам помогли подводные младенцы. Короче, много вариаций, много всего такого, но непонятно. Непонятно, тут надо ждать, когда непосредственно разработчик тебе... То есть, получается, это бесконечный замкнутый круг вот этого всего происходящего. То есть, куча этих мальчиков появляется, и кто-то в этом духе. И эта масса пытается постоянно выбраться, но не может выбраться. Замкнутый круг такой, ну, как-то вот так вот можно предположить. А истинной концовкой, наверное, будет являться то, что когда пацан себя отключает полностью. Хотя хрен знает, не знаю. Вот. Я так понимаю, что сейчас, да, пройдя здесь, можно найти, ну, вот эти все, как его зовут, шары, все их повырубать. Игра понравилась, ну как, прикольно, но не люблю вот эту всю недосказанность. Прям ненавижу. Ненавижу, прям вот когда вот... Почему нельзя сделать для тех, кому интересно, пускай там варятся у себя там в голове и разбираются с этим, догадки какие-то там, все такое. А сделайте для кого-то там, знаете, как там, типа режиссерская версия, в которой будет все рассказано и показано и объяснено, что куда, что к чему и что здесь вообще происходит. То есть где там вариант там full version там или там non-full version там. Ну, надо же понять, к чему все-таки сюжет ведет и о чем сюжет. Ой, ладно, ребят, на этом я хочу с вами распрощаться. Такая вот игра, прикольно, да, интересно, но хотелось бы все-таки... А, нет, слушай, маски на них надеты, я ошибся, маски есть на них. Хотелось бы все-таки, чтобы нам раскрыли все карты и не сидел ты тут в догадках. И не додумывал, чё, куда... Тот думает, что монстр управлял, тот думает, что человек управлял, тот думает вообще потом вопрос, а почему пацан, если там болванчики все сразу живые, такие здоровые люди, черви откуда? То есть много чего недосказано. Ладно, ребят, все, хватит разглагольствовать, болтать, предполагать. Игра понравилась, прикольная, но вот один большой огромный минус, это вот, что нет внятного рассказанного сюжета. Кому-то это плюс, кому-то это минус. Для меня это минус, я не люблю такое. Все, ладно, ребят. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойз и Внутри Инсайт. Всем пока!